Я хотел бы задать вам ряд вопросов по оборудованию вашей уважаемой компании. И в первую очередь я бы хотел бы узнать вот что. В чем существенное отличие жестких дисков, которые поставляете вы для видеонаблюдения? В чем их существенное отличие от обычных жестких дисков, которые используются в компьютерах? Okay, so the standard desktop. Обычный жесткий диск для компьютеров рассчитан на работу в течение приблизительно 10 часов в день и 5 дней в неделю. Which is 3120. То есть получается, что рабочая нагрузка годовая составляет обычного диска для обычных компьютеров составляет примерно 3120 часов в год. Из них операций записи примерно 55%, операций чтения примерно 45%. And with many or most, in fact, обычно в системах видеонаблюдения видеокамеры и жесткие диски работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Соответственно, у них полная рабочая нагрузка на протяжении всех этих часов. So when designing a hard drive for the security system, поскольку мы разрабатываем жесткие диски для систем видеонаблюдения, мы должны учитывать эти специфические особенности в их функционировании в системах видеонаблюдения. То есть работа в круглосуточном режиме, в течение 24 часов в день и круглую неделю круглосуточно. Еще одна особенность систем видеонаблюдения состоит в том, что операции записи в них занимают примерно 99% всех операций. И именно поэтому это довольно сложная задача, она требует специальной оптимизации аппаратного обеспечения. Поэтому нам нужно учитывать это и разрабатывать. Мы разрабатываем диски с учетом именно того, что 99% операций, которые производит диск, это именно запись. So in very simple terms, if you just think a desktop drive is only running approximately a third of the time available, if you представьте себе, вот существует обычный жесткий диск для обычных компьютеров, который рассчитан на работу в течение примерно в три раза меньшего времени, чем жесткий диск для систем видеонаблюдения. И если мы установим обычный жесткий диск в систему видеонаблюдения, то получается, что проработав там год, он как бы проработал 3 года в тех условиях, для которых он предназначен. У компании WD есть общая идея, что необходимо разрабатывать и производить жесткие диски для каждой отдельной области применения. Например, у нас есть жесткие диски специально для компьютеров, которые оптимизированы для работы в условиях компьютера. У нас есть жесткие диски Purple, которые оптимизированы специально для работы в системах наблюдения. И у нас есть жесткие диски, например, Red, которые специально оптимизированы для работы в сетевых накопителях. Для каждого диска своя область применения. Представленный стенд наглядно демонстрирует различия в рабочих нагрузках в зависимости от типа дисков. В настоящее время мы видим диск для персонального компьютера, диск класса десктоп, который предназначен для работы 8 часов в день, 5 дней в неделю. Соответственно, мы видим, что рабочая нагрузка не так высока, диск периодически засыпает, потом просыпается и продолжает работать. Ну вот он снова активизировался, значит, раскрутился и сейчас начнет читать. Либо записывают. Как мы видим, интенсивность не так высока. То есть это обыкновенный там компьютер, не знаю, за которым работает, например, бухгалтер. Следующий тип дисков. Это диск для записи аудио и видеоданных. Традиционно данные диски применяются в так называемых сет-топ-боксах. Это телевизионных приставках с возможностью записи программ. Соответственно, этот диск предназначен для
достаточно, для записи достаточно плотного потока. Он призван работать в круглосуточном режиме. А на изображении там, ну, мы можем через крышку, значит, прозрачную увидеть то, как он работает. Он работает уже интенсивнее, чем диск для персонального компьютера. Вот. Но, тем не менее, диск для видеонаблюдения, диск Purple, он работает еще интенсивнее, и мы сможем это увидеть на следующем образце. Ну и, собственно говоря, диск Purple, да, диск разработан специально для систем видеонаблюдения, для записи до 32 потоков в формате HD. Значит, мы видим, как он трудится круглые сутки, как говорится, не покладая рук, с высокой интенсивностью. На первый взгляд может показаться, что диск работает с высокофрагментированными данными, но на самом деле это не так, потому как данные ложатся не одним потоком и не всегда последовательно, да, он постоянно выбирает свободное место на диске. Соответственно, мы видим лишь то, что достаточно плотный поток информации постоянно записывается либо читается с диска и, собственно говоря, не дает ему передохнуть. Соответственно, при конструировании данного диска все эти нюансы были учтены и были заложены как правильные алгоритмы, софтовые, да, программные, так и удостоилась внимания механическая часть, которая позволяет ему работать 24 часа в сутки.